Открытие нового отделения дневного пребывания собрало в городском доме ветеранов большое количество гостей, каждый из которых с нетерпением ожидал появления в областном центре этого культурно-образовательного объекта. Хотелось бы, чтобы, придя в это отделение, почувствовали это все и получили определенную релаксацию. Тем более, что в этом отделении у нас будет 16 кружков и клубов по интересам. К своему появлению новое отделение шло медленно, но уверенно. Сначала при территориальном центре социального обслуживания появилась большая ассоциация, которая включала в себя большой комплекс занятий по интересам. Когда количество желающих обучаться перешагнуло за сотню, руководство центра выступило с инициативой открыть при учреждении специализированное отделение, где каждый слушатель был бы под вниманием компетентного специалиста. И предложение было поддержано. Теперь талантливые педагоги уже ждут своих студентов. Каждый человек в душе, он еще творец, он молод. Когда душа молодая и хочется что-то делать, это желание всегда найдет, и желание, и время. А познавать что-то новое, ну это всегда интересно, мне кажется. Поэтому всех ждем. Всем будем рады. Просторное отремонтированное помещение уже совсем скоро примет своих первых слушателей в кружках по интересам. Это и театральная студия, и литературная гостиная, и курсы по рукоделию, и даже занятия английским языком. Получить подробную информацию о расписании занятий и формировании групп можно, позвонив в территориальный центр социального обслуживания населения Московского района города Бреста.